Так, Рой Бенсон, двойная Валторна, машинка от Ямахи, все остальное под 668 модель, скопирована ямаховскую. Стоит 163, самое дешевое, что я на сайте нашел. Вообще мне нравится. Ну, в принципе, все нормально. Что говорить, если машинка от Ямахи, вот, то, в принципе, по качеству она абсолютно оправдывает своих денег. До этого еще ни разу не пробовал играть. Вот сейчас просто беру, сразу сходу все это играю. Вот. Все берется, все попадается. Классно. Ну, в принципе, за эти же деньги бэушный Холтон профессиональный можно найти на eBay. Вот. Ну, это дело случая, да? А здесь как бы новый инструмент. Вот. Ну, сюда под латку, да, надо латку поменять, потому что она чисто кожаная, под нее вклейку сделать, да, чтобы окисления не было, и там накладки нету, да, то есть либо накладку сразу ставить, либо сюда вклеить клеенку, да, чтобы не окислялась и лак не слез под рукой. Да, соль лучше пусто берется, чем первым. А по поводу аппликатуры. Как и на всех Валторнах, в большинстве случаев, да, которые ну, не стоят много денег, да, скажем, и качество среднего имеют, здесь в приоритете дополнительные аппликатуры. Валторны стоят 800 минимум, поэтому таких и там все на месте, там все на месте, там сразу все играется, да. Вот, а
ну, как бы Китай, я могу сказать, шагнул на шаг вперед вообще сейчас. Рекомендую, собственно говоря, рекомендую. Ученический отличный вариант за 160 тысяч.